Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Давайте начинать. Ой, ля-ля-ля-ля-ля, какая красивая у меня пони, а уже прошло Рождество. Ой, хочется, не знаю, какой-нибудь еще подарок на Деда Мороза. Но у нас елки нет, мы ее уже убрали. Эх. Придется сходить в магазин. Но мама не разрешает мне ходить в магазины, потому что у меня и так вот очень мало места, так еще со мной сестра моя живет. Я все слышу. О, она вредная, она вечно в своем ноутбуке сидит. И мне это не нравится. Доча! Доча! Ты меня, мам? Ну, тебя, да. Чего, мама? Мы сегодня идем в торговый центр. Торговый центр? Здорово! Да. А по какому случаю у вас это в школе будет какой-то там, я не помню, подготовка к какому-то еще выступлению. Я не помню какому. И там сказали, чтобы заранее купили какие-нибудь наряды в виде каких-нибудь там цветочков. Ты будешь в роли какого-то цветка там осеннего. Но это на 8 марта будет выступление. Просто решили заранее, чтобы потом. А сестра? Сестра дома будет, да? Да, я здесь буду. Не так хорошо. Поэтому, Flower Wishes, давай эту свою заколочку нацепляй и иди. Ура, не бегу. Сейчас нацеплю расческу. Это, ой, какую заколочку. Она такая хорошенькая грива. У меня прическа лучше. Я ее сама сделаю, эту прическу. Вам нравится моя прическа? Напишите в комментариях. Ой. О. Красота. Ай. Я готова. Так, сейчас вот мы поедем вот в карете. Вот она. Сейчас, секунду. Давай, садись быстренько. Потому что мне еще потом надо суп сварить. Хорошо. Так, приехали. Ой, здорово. Так, все, карета уезжает. Так, вот мы приехали. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А, здравствуйте. Вам пакет нужен? Ну, пока нет. А, понятно. Так, пойдем. Так, вот юмочка пора. Это, померь. Себе там сказали, чтобы были такие, ну, как сказать, более яркие такие цвета. Ой, давай, я ее сняла. Так, давай, мерь. Подходит? Да, подходит, очень красиво. Беру, нам нужна, потому что только такая. Ой, я сейчас тебе еще куплю расческу, а то... Мы вечно к парикмахеру ходим и не расчесываем. Тебя там расчесывают. А еще сказали что-нибудь типа головного убора. Ну, сойдет тебе, да? Да, мам, очень красиво. Можно я пойду пони посмотрю? Пони? Но я тебе не разрешала смотреть пони. Ну, мамочка, ну, пожалуйста. Ладно, давай. Я пока посмотрю что-нибудь еще. Какой пакетик пони! Я его хочу, я очень хочу. И, конечно, я такие не видела большие пакетики. Там, наверное, вот такие пони попадаются. Вау, мои любимые. Мама, беги сюда! Ну, что, дочь, что ты меня зовешь? Могла бы и тележку я взять, конечно, но не нашла. Так, что? Смотри, какой пакетик. С пони хочу себе такой пакетик. Ты представляешь, он даже вот если я его подниму, он... Да он меня выше ростом. Зачем тебе такой пакетик? Он как половина вашей комнаты. Ну, мама, там на самом деле попадается где-то вот такая вот пони. А почему сразу не купить такую пони? Ну, я хочу посмотреть, может, там какая-нибудь новая попадется. А то у меня только Apple Jack и из Чупа-Чупса... Ой, ну, шоколад такой Чупа-Чупс. Это какой... Ну, каденс.
Ой, ладно, куплю тебе. Ура, спасибо, мама. Пойдем на кассу. Пойдем на кассу. Женщина, я тут стояла, поэтому подождите. Что? То, я сейчас быстрее. Ободок. Ну вот, смотрите, мы будем... Ну как, в очереди, это не в очереди. Ой, ладно. Так. Обеденный перерыв закончился. Так, вы у меня были в очереди, я это знаю. Так, давайте. Вздык. С вас всего 150 рублей. Пакет нужен? Не, я так, на голову нацеплю. Держите. Спасибо за покупку, заходите к нам еще. Ура, бантик. Ай, простите. Простите, извините. Я пошла. До свидания. Так, здравствуйте, принцесса, здравствуйте. Здрасте. Вам пакет-то нужен? Не, ну в принципе нужен, нам же это надо будет все понести. А, ладно. Бздык. Бздык. Ой. Бздык. И сейчас пакет бздык. Пакет 2 рубля. Хорошо. Так, сейчас мы вам все сложим, чтобы вы потом не складывали. Вот, пожалуйста. Еще вот этот пакетик пробить. Пакетик? О, нет, какой он большой. Я его не смогу пробить. Так, тут, да, все. Бздык. Еле пробила. Так, с вас всего... Сейчас я посчитаю. Так. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. С вас всего 1000 рублей. Сколько? Простите, а сколько стоит пакетик? Ну, пакетик, в принципе, стоит 400 рублей. 400? Да. А вот юбка стоит, она вот дешевле там, а остальное это все по 50 рублей. Юбка тоже это. Она, ну, короче, неважно. Вот вам чек, вы сами посмотрите. Ладно, спасибо. Пойдем, дочь. Сейчас машина приедет наша. Все, дочь, мы приехали, выходим. Мы сегодня как-то сейчас через дверцу вышли, но это ничего страшного. И пакетик. Так, пойдем. Пинки Пай, привет. Ой, привет. Что вы там покупали? Наверное, опять какую-то ерунду? Вау! Флауэр, видишь, все купили этот крутой пакетик? Ну да, потому что я попросила его. Мам, что ты мне такой не купила пакетик? Дочь, потому что ты уже взрослая. Тебе уже этих пакетиков, я думала, не надо. Ну, мама, я тоже такой хочу. Давай тогда сестра с тобой открывать. Ну, давай. Откроем. И давайте мы поможем нашим девочкам открыть этот пакетик. Так, сейчас мы его здесь откроем. Сейчас. Я возьму ножницы. Аккуратно надрежу. И сейчас мы откроем. Так. Нам попался какой-то пони-мальчик. Такой яркий. Круто. Сейчас мы посмотрим, как его зовут. Тут же есть вкладыш. Сейчас посмотрим. Какой крутой пони. Так, сейчас тут, наверное, вот сказано, как его зовут. Вот здесь посмотрим. Его зовут Дон Найт. Если я не ошибаюсь, то его так зовут. Такой хороший пони. Вау, какой крутой пони. Я себе хотела как раз пони-мальчика. Вот, он в коллекции тут где-то. Вот он обозначен, вот этот мальчик. Вот он. Это такая коллекция, вот, как я понимаю, модных пони таких. И нам попался пони-мальчик такой вот. Вот он. У него на боку обозначено 2 винограда. Такой хорошенький пони. Это пони Flower Wishes. Вау, пойду поставлю к своей Applejack. Вот, у меня теперь мальчик и девочка есть. Так,
Вот это сюда поставлю. Как обои будут у меня. Ой, да. Какой пакетик, господи. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. Пока.